Неужели утро? А, что-то я никак не просмёрфлюсь. Смёрф-владыка, у Кори украли копилку. В чем дело? Что случилось? Кто смёрфнул в колокольчик? Торопитесь, маленькие смёрфы, у Кори украли копилку, мы должны ее разбудить. Хочешь помочь найти вора, Гарфилд? Быть поставкой к лампе тоже работа. Разбудите меня, когда я принесу яичницу. Ставлю вопрос так. Или поможешь, или я из тебя котлету сделаю. Мешает работать, ходят тут всякие. Саймон, давай поможем поймать вора. Прекрасная возможность оказать услугу. Но где же Элвин? Элвин! Я занят! Срочно нужна твоя помощь! Нет, я по субботам автографов не даю! Ну-ка, давай быстро! Нет, быстрее! Хватай его, потащи! Тащи его, тащи! Держитесь, мои маленькие смарфы, держитесь! О, батюшки, неужели в самом деле я на завтрак опоздал? Или нет? О, пух! Разве ты не видишь, что мы пытаемся разбудить Кори? Только мы плохо стараемся. Эй, там, внизу, почему не толкаете? Думай, голова, думай. Может, если мы разбудим Кермита, Кермит разбудит Кори? Их! Ненавижу будить. И зачем я завела будильник в субботу? Моя копилка! Кто-то взял мою копилку! Звук бьющейся копилки, если мне не изменяет слух. Да уж, с запахом горячей яичницы его не спутаешь. Мне тоже. Пищи и не пахнет. Кто-то идет. Вот повезло. Должно быть здесь целых 20 баксов. Да это же брат Кори. Не может быть. Раньше он никогда не разбивал копилки. Майкл, это я. Уходи. Ты случайно не видел? Да это же моя копилка! Я же сказал, уходи! Она упала, и я хотел ее склеить. Ой, что он говорит? Упала в моей комнате и оказалась твоей, ты взял ее! А что в той коробке? Не твое дело! Слышишь? Не трогай! Что же это такое? Либо кто-то проводит серьезный химический эксперимент, либо это что-то запрещенное. Что-то мне подсказывает, что мы уже больше не в сказке. Какой странный запах. Конечно, я не могу утверждать, но, по-моему, это марихуана. Вредное вещество, которое создает искусственное ощущение полета. Ты ведешь себя очень странно. Тебе-то какое дело? Почему ты не сказал, что тебе нужны деньги? Может, ты заболел? Что у тебя с глазами? Ничего. Оставь меня в покое. Майкл, ты мне всегда все рассказывал. Что с тобой? Майкл, скажи мне, куда ты идешь? По-моему, у этого парня билет в одну сторону. Саймон подозревает наркотики. Не может быть. Плохие новости. Майклу нужна наша помощь. Ну, давайте ему поможем. Поможем ему.
Помогите! Удачи вам! Где ты достал деньги, Майкл? Тебе-то какое дело? Где надо, там и достал. Затянись поглубже, дружок, и ты забудешь о своей сестре и ее дурацкой копилке. Да, клевая штука. Но у меня есть кое-что посильнее. Совсем новенькое. Отличная вещь. Ты должен попробовать, Майки. Словишь кайф. Только так. Дай курнуть. Отстегни. Дай попробую. Ты с нами, Майкл? Ты же не бросишь своих друзей, правда? Давай, что ты ждешь? Попробуй. Ты ведь хочешь, чтобы они тебя любили, правда? Полиция! Бежим! Подожди! Извини, друг, но в такие моменты каждый сам по себе. Вот как? Это было в первый и последний раз, честное слово. Я больше не буду. В чем дело, док? Ты не полицейский? Ладно, твоя правда. Считай, что ты выиграл. Я не полицейский, я кролик. Но если ты думаешь, что у меня весь ум в уши ушел, ты ошибаешься. Ты бежал от кролика. И он же мультик. Ты на себя посмотри. Не нравится мне, как ты выглядишь, малыш. Что это? Наркотик? Что ты находишь в этом хорошего? То есть я хочу сказать, как ты в это втянулся? А так, захотел и втянулся. Тебе-то что? Можешь называть это любопытством, док, но раз уж ты сказал, захотел и втянулся, может быть, нужно немного освежить твою память. Машина времени? Я взял ее в одной шарашенной конторе. Отпусти этого парня, он мой! Так, давай посмотрим. Где-то тут были инструкции. Вот странно, здесь было еще две банки пива. Дорогой, должно быть, ты выпил их вчера вечером? Кто же их мог взять? Пойду уберусь в гараже. Позови меня к ланчу. Кори, что с твоим братом? В последнее время он очень странно себя ведет. Мы вас любим обоих, и если у вас что-то случится, мы готовы помочь. Не беспокойся, мама. По-моему, ничего не случилось. Спасибо, крошка. Извини, но почему ты ей не сказала? Пух! Ты можешь говорить? Конечно, могу. Но раньше ты никогда не говорил. Вообще, ты, конечно, права. Но сейчас я хочу тебя кое о чем спросить. Почему ты не сказала, что тоже беспокоишься о Майкле? Но если скажу, у него будут неприятности, и я буду виновата. Возможно. Но, может быть, ему будет хуже, если ты не скажешь. Пристегни ремни. Будет сильно трясти. Следующая остановка 2 года назад. Вот здорово! Молодец! Ловите! А где же цвет? Видишь ли, мальчик, это прошлое. А прошлое всегда черно-белое. Сейчас ты увидишь, как перед твоими глазами промелькнет вся твоя жизнь. А ну-ка посмотри, ты узнаешь этого мальчика? Это я, когда я был маленьким. Ну, а потом? Вы что, ребят, хотите рак легких получить? Мы ловим кайф. Трава такая. Марихуана. Знаешь... Ну да, конечно, я знаю. Корнешь? Дрейфил? Нет. Значит, ты все-таки думаешь, что это был твой выбор? Я не хотел, чтобы меня считали слабаком. Лучше слабаком, чем безмозглым сосунком. Все это делают? Не бойся, ну что здесь такого? Курни! Значит, как в старой пословице, если все головой в омут, и туда же.
Выходит, что так. Что, кстати, не очень умно. Но, по крайней мере, великим мыслителем тебя не назовешь. Не будь таким строгим, дружище. Просто он экспериментировал с друзьями. Ну, это мои друзья. Они ничего плохого не делали. Но почему ты уверен, что они лучше тебя? Я был ему нужен. Все его проблемы превратились в дым. И ни забот, ни хлопот. У всех есть проблемы, малыш. Даже у нас, кроликов. В жизни невозможно иметь все, что хочешь. Самое главное, что у тебя здесь то, что делает тебя тобой. Ты должен поверить в себя. Но от меня ему хорошо. От меня он... Конечно, на какое-то время от наркотиков бывает хорошо. Но это только на время, потому что рано или поздно... Ты этого хочешь, Дом? Ты уверен? Папа, можно мне с тобой поговорить? Конечно, малыш, ты же знаешь. В чем дело? С Майклом что-то случилось. Он себя очень странно ведет. Кори... Все подростки ведут себя странно. Это у него пройдет. Но здесь что-то более серьезное. Что? Да так, ничего. Знаешь, за 10 баксов я могла бы достать нам крэк. Да-да, крэк! Крэк — это вещь! У тебя же есть деньги, Майкл. Ну, крэк — штука серьезная. Брось, Майкл. Ты же не хочешь, чтобы твои друзья считали тебя трусом? Да, ты что, ребенок? Вот он, твой кошелек. Отдай, слышишь? Привет! Доходяга, как это ты дошел до жизни такой? Что я здесь делаю? Похоже, ты залетел на самое дно, парень. Ты мог бы этого избежать, будь у тебя голова на плечах, но ты ее потерял, и в этом твоя проблема. Какая проблема? Наркотики, друг. Должно быть в твоей голове полная мешанина. Наркотики не влияют на мозг. Просто от них хорошо, правда, Майки? Правда? Ох, парень, если ты будешь его слушать, считай, ты пропал. Лучше убедись в этом сам. О чем это вы говорите? Увидишь. Где это я? Сейчас ты совершишь путешествие в человеческие мозги благодаря силе воображения. Правда? Это так романтично. Человеческие мозги! Видишь ли, Майкл, на какое-то время наркотики уводят тебя от реальности. Да, ты летишь! Но после каждого взлета ты падаешь, и чем выше взлет, тем страшнее падение! Скорости надо привыкнуть, но очень скоро ты уже не ощущаешь полета. Тогда нужно принимать наркотики, чтобы чувствовать себя нормально. В чем дело? Что происходит? Это влияние наркотиков на мозги, Майкл. Только чокнутый художник может такое вообразить. Где мы сейчас? В моих мозгах? Это происходит в моих мозгах? Вечный кайф! В этом кошмаре все мысли путаются! Это уж точно! Эй, он сейчас упадет! Выбирайтесь из мозгов! Пропустите чокнутых и свиней! Открой! Открой! Не могу!
Я не могу выбраться из своих мозгов. Эй, кто-нибудь, помогите! Кто-нибудь, помогите! Что же это со мной происходит? Эй, что с тобой? Утки? Я вижу уток. Нет, я должен избавиться от наркотиков. Наркотиков? Ой, плохие новости, Майкл. Тогда почему ты не скажешь нет? Может, потому что я этого не хочу. Может, потому что ты не знаешь как? Покажем, как сказать нет. Well, you look like three fine lads. You know, I might have something here you'd like to try. Something to make you feel real good. There's million wild and wonderful ways to say no. Don't say no way. Better learn a few and take them wherever you go. No Dutch, no sir. If your pals have left me at mine, here's a practical reply. Go ahead, let's try some pepper in the Zion. Say no. Dutch are so boring. I've been training for football. And they tell me that works fine. Cause the bottom line's too short. It's time to say no. Now you can say beat it. Get lost. Get out of my face with that stuff. But that could be tactless. You may prefer cool. Like this. I'll get you guys later, okay? I've got too much homework. It's rough. I'm late for my baseball game and I'll miss my ride. My kid's sister needs me. Her hamster died. Not a family home. There's no time to kill. So I'll catch you later. Like that time. There's a million wild and wonderful ways to say no. Guess I'm allergic. And a good excuse is something you never outgrow. It's bad for my complexion. When you pal say, let's get wrecked. Muster up your self-respect. Go on, push, eject, protect yourself. Get out that car. Be the first one on your block to say. Yeah, forget it, Doc. I got full of those wonderful ways to say no. What's your forgotten one? What? There's billion, trillion wonderful ways to say no. Stop that, stop that, it's great. There's billion, trillion wonderful ways to say no. Ух, какой это был кошмар. Надеюсь, мы одни? Я же просил тебя не входить. Пух спрашивает, почему ты не хочешь поговорить с мамой и с папой? Скажи Пуху, что это не его дело. Я хочу, чтобы все было как раньше. Как раньше уже не будет, так что уходи отсюда. И если ты проболтаешься маме или папе... Пусти, мне же больно. Прости, я не хотел. Ах, негодник, ты правильно сделал? Не знаю. Ведь это моя сестра. И я больше не знаю, что правильно. Я в очень плохой форме. Ты отлично выглядишь. Надеюсь, ты мне веришь? О! Если это я, то плохи мои дела. Надо срочно что-то предпринять. Эй! Эй! Я только что видел себя. Я выгляжу отлично. Дело в том, что мы не всегда видим вещи такими, какие они есть. Вот, например, что ты видишь? Себя? Я вижу себя. Нет! 10 штрафных. Ты удален с поля. Кто это? Ну уж, конечно, не Шварценеггер. Это ты. И вид у тебя не важнее. Видишь ли, парень, наркотики не друзья. Это враги, которые вторгаются в сознание, пытаясь управлять им. Я могу бросить, если захочу. Я отвечаю за свою жизнь. Ошибаешься. Ты наркоман. Если не веришь, поговори с тем, кто отвечает за твою жизнь. Но это же я. Я отвечаю за свою жизнь. Тот, кто отвечает. Привет, Майки. Майкл! Я знаю, ты просил меня не входить, но... Майкл! Не бойся, крошка, открой коробку, тебе не будет больно. Кто вы? Друг твоего брата. Открой коробку, Кори. На моем месте, тем более на твоем, я бы его не слушал. Куда ты, Пух?
успокойся, он всего лишь тряпка с опилками. А? К тому же этот медвежонок не знает жизни. Я знаю. Доверься мне. Открой коробку. А что это за дрова? Попробуй, узнаешь. Кто-нибудь, помогите. Я не могу выбраться отсюда. Ты же не бросишь своих друзей, правда? Попробуй, попробуй! Доверься мне! Слушай меня, малыш! Ты что, боишься попробовать что-нибудь новенькое? Курни! Это твое будущее. Мое будущее? Да, я уже вижу его почти что. Входи, входи, мой юный друг. Я посмотрю твое будущее в моем маленьком хрустальном шаре. Попробуй, Кори, твой старший брат это делает. Если я буду делать то, что делает Майкл, может быть, мы опять станем друзьями? Мне нравится ход твоих мыслей, ну? Очень странно. Картина весьма затемненная. Все, что я вижу, это... Вы смотрите в резиновый мяч. Да, конечно. Именно поэтому я ничего не вижу. Ну, а теперь вы можете увидеть мое будущее? Конечно могу. У меня природный дар ясновидения. Смотри внимательно. Внимательно. Твое будущее за этими дверьми. Мне кажется, я не хочу его видеть. Это же я. И это мое будущее. Да, если ты не бросишь наркотики. Не бросишь, пропадешь. Послушай нас. Мы ведь желаем тебе добра, Майкл. Главный док, это твоя жизнь, если, конечно, ты ей дорожишь. Ищи друзей, а враги сами найдутся. Ты должен поверить в себя. Будь самим собой. Без наркотиков ты просто отличный парень. Как мне отсюда выбраться? Нет! Кори, никогда, слышишь? Никогда этого не делай. Но ты же делал. Я пристрастился. Я был наркоманом. Тогда брось. Прошу тебя, Майкл. Не знаю, смогу ли я. Слушай, малыш, куда ты денешься? Мы с тобой на всю жизнь повязаны. Тебе будет трудно бросить самому. Поговори с мамой и с папой. Они помогут. Я помогу. Слушай меня, Майк. Нет, слишком долго я тебя слушал. Ты от меня так просто не избавишься. Я вернусь. Можем с тобой поспорить. А знаешь, он прав. Он попытается вернуться. Только на этот раз мы будем готовы к встрече. Правда, ребята? Правда! О, вот спасибо. А я уж боялся, что пропущу что-нибудь важное. Пойдем, сестра. Давай поговорим с мамой и папой.
gets rough, and there's times that it will, as you grow. Keep these words in your heart, and they'll help you come through like a pro. If the old you starts to slide, there's a stronger you inside. Saying, hang on, kid, hold tight, don't ever let go. And remember, as you get taller, you'll see get stronger and stronger.